петля с кокосами. Такие вот леса. Там растут обычные деревья, коричнево-зеленые. Джунгли – это лес с серыми деревьями. Там, где зовут обезьян, и на пальмах растут кокосы и бананы. Акация – это темный желтый дом. Акация – это серый робот, который может делать все, что угодно. Акация – это водяной дом, там водятся ужи, там рыбки всякие. Акация – это маленький росточек. Яна – это когда ты забираешься на дерево и приезжаешь на другое дерево. Лианы – это где может лазать обезьяны. Лианы – это маленькие желтые цветочки. Лианы – это такие пальмы, и на них растут всякие фрукты. На них прячутся всякие животные. Это такие крепкие нитки, по которым можно браться за руки и переступать какие-то ямы большие. Где лава? Это еда. Она белого цвета, и оно выглядит как кокосовое масло. Маракуйя может назвать этому леопарда или леопарденка, котика, котенка. Маракуйя – это танец, который танцует много людей. Амазонки? Конфеты, наверное. Они по вкусу шоколадные, мармеладные. Амазонки – там, где белые мышки, серые мышки и разноцветные. Амазоны – это кристаллы по форме как ромб, синего цвета. Мне кажется, что фрукт. Его всегда называют оранжевый зеленый апельсин. Это очень глубокие ямы в воде. Человек, который живет в Исландии. Это рекс. Маугли – это динозавр. Это животное, обезьяна. Маугли – это обезьянку маленькую или тот, который лазит по деревьям. Это белка. Там Сейхан и собаки, они злые. У него еще есть друзья волки. Один из волков злой. Она выглядит как куара. Кокону – это красивая тетя. Кокоду – это человек в костюме робота, костюм тканевый. Кокоду – животного. Белый весь, потом идет ушко, оно все черное, под хвостиком такое оранжевое пятнышко. Например, такой монстр называется кокоду. Например, в игре «Где обезьяны». Три вещи. Игрушку, телевизор, еще одну игрушку. Рюкзак, который сложена вода и еда. Пистолет и шпионский телефон. Я взяла воды кушать или своего животного. Еду, запасную еду. И что-то сладкое, которое я буду есть после ужина и обеда.